Безусловно, мы имеем наш флот, военно-морской флот России имеет большую историю. И вооружение российских военно-морских сил или военно-морского флота России мы готовы продемонстрировать и на нашем текущем визите, а также в ходе выставок, которые проходят во всем мире. Например, такие выставки проходили недавно в Джакарте, где военно-промышленный комплекс Российской Федерации предлагал вооружение, военную технику, которая наверняка могла бы быть заинтересована Республикой Филиппин. Мы за право выбора. Поэтому, если есть альтернатива, почему бы ее не выбирать?